Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня у нас на канале телефончик Asus Zenfone 8. Тест производительности в игрушечке Zuber Hunter 2021. Вот в таких вот настройках графики я играю. Как видите, все стоит на максималках. И сейчас будем смотреть, короче, ну, как игра будет справляться с такими настройками. Давайте как-то начать играть. Battle Royale. Нет, ничего мы качать не будем. Давайте, короче, играть в что-то другое. В то, что можно поиграть. О, играем. Сейчас посмотрим, как играть будет. Как играть? Так. Всем привет, кого я видел. Если что, я играть не умею, я типа видос на YouTube записываю. И, ну, ребят, тащите сами. Ну, как видите, игрушка, ну, летит вообще просто на максималках, без каких-либо вообще проблем. Я не понимаю, как он меня убил через всю карту вообще. Что это такое? Вау. Это читерство какое-то, как по мне. Че у него оружка с одного выстрела меня убила? Ну, стреляй! Все где-то что-то стреляет, а то... Не, ну одного я завалил, они там все, ну все, сожалеть сейчас будут, что вообще связались со мной. Че, музычки как-то в игре нету? Как весело, капец, я не знаю. Типа, вам серьезно интересно смотреть, как я, ну, бегаю просто туда-сюда и умираю? Это типа, ну... Я сейчас умру от скуки, играя в эту фигню. Вау, тут парень такой крутой в этой игре. Я думаю, что его одноклассники будут его бить на следующий день в школе. Guys, you're so cool in this game. I hope your classmates will drop you inside the toilet next day.
перегревается, конечно, телефончик страшно, я вам скажу, на таких настроечках. У меня сейчас просто руки сварятся. Кто? Кого? Ой. Короче, ладно. Все, я наигрался. Вот сейчас последний фраг. Это для вас, подписчики. Вот, этот фраг был для вас. Короче, все, на этом у нас тест производительности заканчивается. Вы все прекрасно видели. FPS стабильный, на максималочках, но, конечно, телефончик перегревается. Ничего не поделать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока! We'll be right back.